Определение пола человека в прошлом воплощении тоже очень важная позиция. Потому что так вы сможете понять, насколько вы внутри настроены. Иногда бывает, что женщина имеет чисто мужские черты характера, мужскую логику, мужской склад ума, и мы это часто замечаем. Почему так? А все потому, что она была брутальным мужчиной в прошлом воплощении. Это очень важно понимать, потому что мы себе партнера для жизни в основном ищем по тому, кем мы являлись в прошлом воплощении. Поэтому нужно не просто определить пол человека, но и его черты характера. Это все определяется достаточно легко и в классической нумерологии, и в матричной школе нумерологии. Пол человека определяется еще и для того, чтобы понять, каковы ваши были позиции в прошлом. Потому что бывают достаточно размытые знаки, когда даже с точки зрения нумерологии определить пол крайне сложно. Ну, например, женщина обладала слишком завышенной самооценкой, слишком карьерными перспективами, то есть да, была очень амбициозна и больше была похожа на мужчину. Бывает и наоборот, когда мужчина был с настолько мягкими знаками, что в этом воплощении ему крайне сложно вновь проявить себя как мужчину.